самосляд! Вы посмотрите, что за дичь происходит! 3, 2, я! И прямо сегодня я попробую залезть прямо к нему! В лесу родилась елочка зеленая была. Оу, Кентану увидел! Здорово всем, ребята! Кентуха на проводе! Прямо сегодня покажу самые нереальные и самые жесткие лайфхаки в истории Стендов 2! Прямо сегодня я залезу в самые секретные места на карте Сент-Ярдс, на карте Винтер Аутсайд и просто покажу крутые нереальные лайфхаки. Поэтому, ребята, прямо с начала данного ролика прожмите огромнейший лайк. Братва, лайк бесплатный. Также подпишитесь на мой канал. И самое главное, братва, реально подпишитесь. Потому что я смотрю по аналитике, никто не подписывается. Надо подписаться прямо сейчас, ребята. Иначе в следующем году иначе в следующем году вам никто не подарит подарка. Понятно, пацаны, подписались, прожали лайкусик. Ну а мы приступаем к этому нереальному видео. Прямо сегодня я попробую залезть к этому снеговику за решетку. Вы спросите, как? Я вам все покажу. Но самое интересное, это далеко не все. Также мы сегодня попробуем сделать еще много всего прикольного. Кто прыгнет? Первый получает керамид голд. Ладно, просто я пошутил, никому ничего не дам. Кто шагает дружно в ряд? Масляцкий наш отряд! Прямо сейчас попробую попасть к этому снеговику. Да, это будет очень сложно, но, братик, поверьте мне. Поверьте мне. Сейчас я буду находиться рядом с ним. Ну что, ребята, для начала нам надо сделать лесенку. Пацаны, все залезаем сюда. Вот сюда, поняли? Сюда. Вот. Да, я должен быть сам вверху. И сейчас просто все меня толкаем. Ребята. Ой, красавчики, ай да вы умнички, братва, пролезаем, я в кого-то провалился, ребята, я вижу портал, я вижу будущее, так, может, ой, блин, чё, так легко, так, теперь мне нужен Дэвид Килл, братик, залезай, братик, поднимись, Дэвид Килл, брат, показывай, что надо сделать, чтобы я залез, он прям туда, так, мы идем с Дэвид Киллом, идем, братик, ой, блин, ребят, я хожу по воздуху, потом мы прыгаем, так, ребята, вот еще опасный моментик. Ой, имба, вышло! О, так мы тут можем и дирижабль запрыгнуть, тут гораздо ближе. Ой, имба, место. Так, ну давай, идем сюда. Братик, идемте, ребят, с Дэвид Киллом. Он профессионал, он знает, куда надо идти дальше. Дальше мы идем сюда. И, по идее, мы сейчас должны попасть внутрь. Чего? Это насколько просто было? Ребята, просто прожмите лайк за это, если вы тоже не знали, потому что... Как же это круто и как же это просто. Помните, если в прошлом видео? В прошлом видео я полчаса прыгал, а тут насколько все легко. Вы посмотрите на этих ребят. Им всем интересно, все не понимают. Кента пока, как ты попал сюда? А давайте мы прямо сейчас попробуем залезть. Что? Мама дорогая, вы посмотрите, что за дичь происходит. Обалдеть. Я грибу, али-бабу. Мама дорогая. Ну знаете, что самое интересное среди всего этого? То, что тут, ребята, нету половины снеговика. Посмотрите, то есть тут вроде бы с этой стороны все хорошо, да? Вот если вы со стороны этих ребят смотрите. Но внутри снеговика пустота! А что за прикол? Он на меня смотрит! Что? Подожди, это нормально или как? То, что снеговик на меня смотрит. Эй, снеговик, отстань! Дядя! Мне страшно! Вы посмотрите, как он голову выворачивает. Слушайте, мне очень интересно посмотреть, а что будет, если я прямо сейчас вот залезу на снеговика и со снеговика вот так попробую прыгнуть вдаль. Я в ребрах! Я в ребрах и я в кейсах. Что происходит? Что? А где я нахожусь? Стоп, а ну-ка. Есть пробитие! Братан, голда-то нужна! Конечно, нужна. Короче, смотри. На булдроп напали грабители, которые хотят ограбить фабрику маленького бычка. И именно ты можешь спасти этого бычка. Поэтому, братан, просто залетай на булдропчик, выполняй крутые задания, получай топовый дроп, спасай бычка, за это тоже получай топовый дроп. И лично от меня промик на халяву на голду. Все нужны ссылочки снизу. 5 minutes later. Ну что, ребята, мы наконец-таки создались спустя полчаса лобби, обратно все собрали и попыточка номер 2. Ну сейчас мы попробуем запрыгнуть уже на дирижабль, это будет куда интереснее. Ай да красавчики, ай-яй-яй-яй, Санька, снимаешь!
Так, мужики, активненько прыгаем, активненько. Ребят, ну что, не расслабляем булочки. Давай. О, как быстро! Ничего себе, сказал я себе. Так, дальше мне сюда еще нужен поводырь. Кто такой поводырь? Это Пекс. Это человек, который просто профессионал в этих лесенках. Пекс, брат, это ты? Это ты, чини ты? Да, это ты, брат. Теперь расскажи, как нам можно запрыгнуть на дирижабль. Мы идем за ним, идем. И в этом моменте прыгаю. Прыгнул, брат. Теперь смотри, блин, как же он близко. Мы еще реально запрыгнем на дирижабль. Тут даже снег с дирижабля падает мне прям на лицо. Нужен еще один человек в помощь. Пацаны, активнее. Ой, хорош. Ща вылезет. Все, вылез. Ой, хорош, стоять. Мы его потеряли, но ничего. У нас еще есть 3 человека, пацаны. Все, смотрите, аккуратненько. Да стой, неправильно, брат. Стоп, смотрите, как надо сделать? Вы идете сюда, идете, вот так, идете до сюда места, иди. И потом прыгаете. Стой, брат, вот сейчас ты, Смикс, прыгай, давай, лучший. Ау! Блин, чувак, ну ты. Давай, Пек, давай, раз, два, три. Давай! Ой. У нас есть небольшая проблема. Мы... обкакались. Ну что, ребята, прямо сейчас вам покажу еще одну нереально крутую пасхалочку на карте Winter Outside. Так, братва, все сюда в угол. Так, мужики, а ну отошли. Кстати, пацаны, мало ли кто не знал, потому что я видел впервые. Вы посмотрите на этого снеговика. Это снеговик диджей. И прямо сегодня я попробую залезть прямо к нему. Вам не послышалось. Ребят, я должен быть сверху лесенки. Ёпсель-мопсель, вы что творите? Прыг, скок, пацаны, прыгаем. Так, я чуть не понял, что лесенка падает. Все в лесенку, быстро, кто шагает, дружно в ряд. Пионерский наш отряд. Так, все, нормально. Я жду, чтобы сюда перелезло как можно больше людей. Потому что, ребята, чтобы понимали, это только уровень номер 1. Теперь делаем лесенку номер 2. Все становимся сюда. Сюда в угол. Я должен быть сам вверху. Братик, подвинься, слышишь, что там пихаешься, толстый. Так, поехали. Давай, брат, давай, активненько еще разочек. Сейчас все выйдет. Братва, не падаем. Вау! Давай, все, сейчас вы... Да, тише. Я тут, мужики. Теперь, смотрите, наша задача попасть прямо туда. Я понимаю, это будет очень сложно. Теперь, смотрите, так, кого не жалко, Пекс, брат. Иди вот по краешку, по прямой. Ты должен это сделать, брат, я в тебе верю. По краешку, по прямой иди. По краешку, по прямой. О, брат, да-да, иди. Брат, иди по краешку. Идем за ним, братва. Ой, хорошо-то как. Идем. Так. И вот теперь надо просто сюда запрыгнуть. Твоя задача, брат, набрать разгон и прыгнуть туда. Just do it, погнал! Так. Ой, хорош, умничка. Он почти запрыгнул. Так, брат, теперь ты второй, брат. Давай, я в тебя верю, ты это сделаешь ради меня. Ой, моя ты умничка. Маслята! Обалдеть! Я прям внутрь этой будки попал! И знаете что? Ничего! Теперь мы прямо сейчас пробуем попасть к снеговику-диджею. Так, ребята, произошла небольшая техническая шоколадка. Я упал. Чё за дичь? Я хочу попасть к этому снеговику-диджею. В итоге вместо этого просто взял и упал. Братва, как мне внутрь попасть? Свободу попугаем! Ой, блин, что происходит? Мне аж плохо стало. Так, мужики, чё-то происходит, какая-то дичь. Отвечаю. 5 minutes later. Знаете, кто эти ребята? Они не поставили лайки, не подписались. Ляпы, смотри, они смешно лежат. Хана, это вор. Так, все, почти прыгаем. Идеально, я залез на самый верх. Теперь, ребята, смотрите, наша задача по краю карты. Хорош, еще пару раз. Ребят, все в одну линию, братва. Я прям сейчас попадаю с ней в диджею. Оп, давай, братик, давай еще разочек. Красавцы! Вот так-то гораздо проще. Мои умнички. Вывод такой. Если вы хотите попасть к этому снеговику, знаете, что будет? Ничего, вы просто упадете!
Ну а прямо сейчас, ребят, я проверю еще один нереальный лайфхак. Я знаю то, что вам всем жалко, но, ребята, мне для контента ничего не жалко. Мне сказали, что эту наклеечку можно спокойно стереть. Давайте так, я ее приклею на АКР Treasure Hunter. Приклеил. Идеально, красиво, великолепно. И прямо сейчас я попробую стереть АКР Treasure Hunter, стереть. Я очень надеюсь, что эта же самая наклеечка будет у меня в инвентаре. Пожалуйста, пожалуйста, кажись в инвентаре. Прошу, прошу. Где ты, Shield Stand 2? Где, где, где? Блин! Она тут, она в инвентаре! Ура! Фраша, мой лайк. Братуха, обязательно подпишись на мой канал.